Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства. В современном цивилизованном обществе налоги – это основная форма дохода государства. Их систематическая неуплата грозит налогоплательщику определенными санкциями. 13 апреля в центре Аула-Кашехабль по инициативе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 2 с привлечением службы судебных приставов Кашехабльского района, а также экипажей ДПС, прошло профилактическое мероприятие по побуждению налогоплательщиков к уплате задолженностей имущественных налогов физических лиц. Весь проводимый налоговой инспекцией комплекс мероприятий направлен на решение главной задачи – обеспечения поступлений администрируемых доходов бюджета всех уровней в полном объеме. От этого зависит выполнение экономических и социальных задач, направленных на модернизацию экономики и улучшение жизни граждан нашей страны. За 2 часа работы участниками рейда было проверено 39 водителей автотранспортных средств, из которых 6 имели задолженности по различным видам налогов. Здравствуйте. Мы сегодня отправили мероприятие по имущественным налогам. Сейчас я посмотрю. Хорошо, хорошо. А вы сказали, где прописано? Сигнатьевская. На сегодняшний день у вас имеется задолженность по транспортному налогу в размере 1470 рублей 92 копейки. Я вам выпишу квитанцию, вы оплатите. Добрый день. Все, когда поездка, имеется задолженность по транспортному налогу в размере 5450 рублей. За время рейда были выписаны квитанции на общую сумму 22 тысячи рублей. По словам старшего специалиста первого разряда МИФНС номер 2 Дарины Такшоковой, подобные мероприятия будут проводиться и впредь.